Привет, ребята. Очень часто просят показать кабинет Onaprofix изнутри, а в частности, как работает автореспондер. Сейчас я вам это покажу. Я нахожусь в своем кабинете, и мы нажимаем вкладку «Автореспондер». Здесь мы выбираем кнопку «Campaigns». И смотрите, здесь мы можем создать безлимитное количество рассылок, то есть компаний. Компания – это вот как раз та рассылка, которую вы создаете. Если у вас несколько проектов, вы можете создать отдельные рассылки, можете создать одну и уже потом в письмах перенаправлять людей на разные рассылки. То есть компаний, рассылок можно создать огромное количество. Вот у меня здесь 4 активных рассылки. И, например, я в последнюю сейчас, если захожу, я нажимаю Go и захожу в автореспондер. У меня здесь уже занесены несколько писем. Это, например, вот здесь, вот если я нажимаю Edit автореспондер, здесь письма, которые идут каждый день, когда человек подписался, первое, второе, третье письмо. И так, пока рассылка не закончится. Можно вбить 20-30 писем, можно поставить каждый день, через день, как вам удобно. Также можно поставить, что письма шли по 2-3 штуки в день, если есть необходимость. И есть замечательная возможность сделать бродкаст. То есть, когда у вас люди подписываются, они получают свои письма в тот день, когда они подписались. И у них получается так, что, например, 10 человек получают в разные дни разные письма. Если появилась какая-то новость, которую нужно срочно сделать, вы просто делаете бродкаст, пишете здесь письмо, нажимаете HTML, и здесь вбиваете полностью письмо, можно ставить картинки, ссылки, любые редактирование текстов. Сюда вставляете название письма, нажимаете «Отправить всей базе», нажимаете «Бродкаст», ждете несколько секунд, и у вас отправляется в итоге всем вашим подписчикам именно по этой компании письмо сразу. Далее, значит, сюда можно также заносить, вот я уже сказала, письма. Те, которые идут каждый день по рассылке. Здесь мы смотрим, насколько, когда вы составляете письмо, можно сделать тесты, посмотреть, есть ли вообще спам-слова в вашем письме. Но 95% всех писем приходят именно во входящие. Мы проверяли уже не раз, и действительно так, без каких-либо приукрас. Сюда мы, если нажимаем в этой компании, мы можем посмотреть активные подписчиков. Я не буду сейчас нажимать, потому что там e-mail моих подписчиков. Далее можно посмотреть те, кто подписался, но не подтвердили пока подписку. И те, кто выпал из системы, например, после того, как они подписались и через какое-то время не подтвердили подписку, они автоматически удаляются, чтоб не было мусора в вашей рассылке. И также те, кто удалился. Далее, пусть вас не смущает, что все на иностранном языке. У нас есть командный блок. Дальше, второй блок, который более детальный, более подробный. Сейчас в разработке он будет дорабатываться буквально в течение нескольких дней. Пусть вас не смущает, что все на английском языке. Есть видеоуроки по каждой кнопке, как что сделать, как написать красивое письмо, как все это использовать, как настроить. Помимо всего прочего, к этому автореспондеру, который вот я уже рассказываю, идет за $10 в месяц. Там вообще в компании два пакета. Можно выбрать за $10 в месяц, можно выбрать за 21,76. Это очень хороший пакет, потому что у нас сейчас идет акция. Наша команда выдает, когда партнер заходит на пропакет, то есть который $21.76 стоит, человек еще получает кучу бонусов в подарок. А бонусы, они действительно дельные, потому что это и программы по раскрутке на YouTube, и клонирование видео, подбор ключей. То есть там такие программы, которые действительно вам пригодятся в работе. Также, если у вас есть свои сайты, вам будет интересно, например, как можно сделать за 4 минуты 200 видеопостов. То есть у нас тоже есть такая возможность. Вот также программы платные, которые мы отдаем бесплатно нашим партнерам за регистрацию на ПРО-пакет по созданию видео, по созданию коллажей, по созданию роликов, которые потом, это уникальные видео, вы можете их клонировать, заливать на несколько каналов и таким образом собирать подписчиков. Программы, которые делают красивые кнопки подписки на ваш сайт.
То есть программа, которая делает красивые страницы захвата, этот плагин стоит в сети $77. Наши партнеры получают за регистрацию на ProPaket его бесплатно. И плагин действительно хороший, там постоянно идет обновление, мы его постоянно обновляем, даем все обновления нашим партнерам. Поэтому вариантов очень много. Вы можете сейчас, допустим, не брать пакет Pro, зайти просто на $10, начать использовать только вот этот один автореспондер, вы уже за месяц почувствуете разницу. Вся ваша база со смарт-респондера будет перенаправлена в ваш кабинет IOP бесплатно. То есть это делается, есть технические моменты, но это тоже мы сделаем без проблем. Смотрите, разбирайтесь. Я желаю вам выделить все-таки время, разобраться, понять, что эта компания все-таки 5 лет на рынке, скоро будет 5 лет, и она работает без сбоев. Я не буду сейчас рассказывать про шикарную партнерку в 100% обратно в сеть. Это отдельная статья. Но я хочу, чтобы вы действительно разобрались в этой возможности, выделили немножко времени. И пусть вас не пугает, что все на английском языке. Мы обязательно вам поможем все настроить.